Специалисты отмечают, количество сирот в детских домах по всей стране сокращается. Это результат социальной политики государства. Развивается институт приемных семей. Например, в Видновском доме ребенка на сегодняшний день всего 16 воспитанников. Поэтому функционал дома ребенка уже направлен не только на детей, оставшихся без попечения, но и на детей родительских, потому что дом ребенка имеет прекрасную реабилитационную базу именно для детей в возрасте от 0 до 5. В зависимости от заболевания, от того, неврологическая, психоневрологическая патология, двигательные нарушения, психические или речевые, то в зависимости от этого у нас от месяца до полутора-двух месяцев дети проходят лечение в круглосуточном стационаре и на дневном. И для всех этих ребят в День защиты детей член торгово-промышленной палаты муниципалитета организовали веселый праздник. Аниматоры развлекали малышей, пускали мыльные пузыри и дарили воздушные шары. Большое счастье наблюдать за такими глазами, искрящимися просто детей от счастья. Им действительно очень понравилась программа «Мыльные пузыри», шоу. Хочется, конечно, чтобы такой праздник у деток был почаще, вспоминали о них не только 1 июня. Вот, надеюсь, что с нашей помощью это будет так. Представители торгово-промышленной палаты с Видновским домом ребенка сотрудничают не первый год. Всячески стараются помогать детям как материально, так и морально. В свое время высаживали ели, строили детские площадки. Сегодня мы подарили большое количество книг детских для детишек, организовали праздничную программу. Праздник детства сегодня предприниматели подарили и воспитанникам детского сада «Ромашка». Малышам, имеющим проблемы со зрением, владелица салона оптики Елена Олейник подарила очки. Хочу поздравить каждого ребенка, пожелать ему мирного неба на плаву, счастливого детства. Мне очень приятно, что именно сегодня в детском садике номер 39 «Ромашка» мы подарили подарки, которые очень важны для здоровья каждого ребенка. Первый день лета дети Ленинского городского округа встретили с улыбкой на лице. Хорошему настроению благоволила солнечная погода. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.